Здравствуйте, меня зовут Антон, и я хочу поделиться с вами фактами из мира специй. Существует около 20 видов разных солей, но нам известно, и мы употребляем в пищу одну из самых вредных – белую каменную. Хотя могли бы употреблять розовую или черную. Так, например, розовая соль, минеральная, содержит большое количество минералов и при этом очень хорошо вымывается из организма. Добавление специй в пищу – это своего рода искусство. Не стоит бояться экспериментировать. Границы не обозначены. Вы можете открыть новые горизонты кулинарных достижений, экспериментируя на своей кухне дома. В кухнях разных стран мира специи используются по-разному. Каждая кухня обладает своими отличительными особенностями. Поэтому для объективной оценки стоит попробовать их все.